Так, обещанное видео про реанимашки своих ванд. У меня их, к сожалению, 3 штуки. Ну, я не знаю, что с ними произошло. Начнем, пожалуй, вот с этого. Это пришла, как я уже сказала, от последний заказ от Мики. Тургор у нас вот так вот, мы за зиму потеряли все больше, больше и больше. И корней, конечно же, у нас не было. Сидела она у меня в корзинке без всего. Видео будет, поставлю в конце. И, конечно же, мне это все дело надоело. Я решила ее посадить в кору. А здесь у меня присутствует, на данный момент я сейчас подсыпала еще гравий, вот такой вот лесной мох и крупная кора. Также здесь еще есть такие вот шарики. Ну, вроде бы как она начала расти. Первые результаты спустя полгода есть. И слава богу, чему я бесконечно рада. Вот у нас здесь пошли уже и корешки даже. Вот один корешок вот у нас вот такой вот. Очень довольна. Пошел наконец-таки даже и от шеи. И также сейчас вот, если тут его поймать, вот здесь вот корешочек у нас есть. Вот он один. И сейчас еще покажу. Также корешочки. Здесь уже, конечно, крупненькие уже. Вот такие вот у нас. В корье она пошла замечательно, так как влажности больше. И очень даже хорошо она начала себя чувствовать. Ну, конечно, тургор у нас потерян. Его, конечно, не восстановить, это однозначно, но результаты хорошие. Она за зиму нарастила вот так вот, я уже показываю немножечко свои листочки, и дальше она опять же таки остановилась. Конечно, с тургором, ну, это вот пересушенное растение, которое пришло именно из Таиланда, достаточно долгое время оно шло. Поэтому так вот мы и начинаем свою реанимацию с пересушенными растениями. То есть у нее вроде бы как и пошло. Да, ни в коем случае я не принуждаю и не вынуждаю говорить и сажать ванды вот в такие вот горшки. Ни в коем случае. Просто я показываю свой результат, делюсь своим опытом. И вот так вот она сидит. Воздушного пространства у нас достаточно много, чтобы пошли куда-то корешки. Также, ну, здесь пока вот эти вот корешки пока у нас не идут. Но я надеюсь, в скором времени и здесь какие-то проснутся, и начнется и здесь также рост. Но ей все это, эта посадка ей понравилась. Также она начала уже вот и корешки, да, но надеемся на то, что новые листочки уже не будут вот так вот опускаться вниз. То есть тургор мы, конечно, за зиму мы потеряли. Хоть я ее и опрыскивала, и у меня в этой корзинке был и лесной мох лежал внизу, но ей чего-то не хватало, она спала. Так что здесь уже мы пошли, может быть, и весна еще нам на руку сыграла. Но вот такой результат у нас есть. А сейчас немножко фотографий и видео, которые я снимала периодически, но не выпускала. Изначально ее посадка, какая она ко мне вот пришла. Первые посадки, заливы, и как мы с ней боролись, чтобы она выжила. И какие были результаты потихонечку, полигонечку. Приятного просмотра. И следующие еще 2 реанимашки на подходе. октября. И вот она ко мне вот в таком вот состоянии пришла. Здесь надо немножечко, конечно, еще почистить. Сейчас займемся. Ну, вот так вот я ее посадила. Сейчас она стоит у меня в контейнере. И здесь у меня немножко водички, чтобы было испарение. Листья вот такие вот закрытые. Видно, что растение пересушено. И вот такие вот листья. Ну,
вот этих три как бы дают хороший такой показатель. И вот еще у нас тут один листочек лезет. Вот. Так что будем надеяться, что растение выживет. Отсюда просто отломился корень. Причем так жалко, что он отломился. Это вот такой вот был, кстати, в хорошем таком состоянии. И даже были такие наметки на раскукливание корней. Вот он. Ну, вот здесь вот держался он на честном слове. И просто-напросто, когда я начала его насаживать, чтобы его полить, он просто отвалился. Вот так вот. Вот такой вот корень. И просто отвалился. Здесь вот все сухо, но вот здесь вот эти корни были очень даже ничего. Зеленые, живые, и даже вот можно было их и раскуклить. Но... И вот снизу корзинки я уже это подчистила. Вот этот отсюда тоже отвалился. А такие более-менее. Здесь вот тоже один корешок есть такой, который можно было бы и оставить. К сожалению, он тоже вот здесь отвалился. Вот он, они такие сухие. И они просто уже сами отваливались. Но это понятное дело, что растение шло 7 октября. Только сегодня мы их получили. И это растение не я заказывала. Заказывала кто-то в группе. Увидев это растение на фото, просто отказались. Ну и Валерия дала клич в группу. Кто хочет, спасайте, потому что она не могла ее оставить. Ну, я ее и взял. Как всегда, стало жалко. Ну, с ней попробуем договориться. Вот. И будем уже тогда дальше смотреть. Вот здесь вот хорошо. Вот здесь вот корешок есть такой живой. Может, даже и дальше пойдет в росте. Здесь вот корешок живой. Ну, вот здесь вот, конечно, да, надо будет почистить немножечко. Ну, сейчас пройдем обработки. Мы ее отпоили. Завтра будем уже смотреть по состоянию корней, как дальше, потому что корни есть вот здесь вот такие вот переломанные, пахнут, но будем пытаться реанимировать, чтобы она шла в рост. И сзади я ей поставила ивовую палку. Так как у меня от моря, с моря ничего в этом году я не привезла, ничего такого красивого. Ивовую палку для того, чтобы растение закрепилось, потому что оно болтается пока туда-сюда. Но как только она придет в себя, мы, конечно, эту палку и заберем. 20 октября у нас есть кое-какие продвижения. Вот здесь вот у нас уже на 2 миллиметра. Лист чуть-чуть подрос. Здесь вот отошел листочек тоже на 2 миллиметра. И здесь то же самое на 1 миллиметр. Если так, то на 1 миллиметр он открылся и выходит этот листочек. Есть смысл. Сейчас она на данный момент у меня замачивается в лимонной воде. И вот так вот она у меня сейчас стоит. Но есть теперь смысл пробуждать ее корни. Здесь она кое-какие корни отсушила. И, конечно, да, вид не презентабельный. Один лист мы потеряли здесь. Но он был такой весь. И здесь, вот видите, чуть-чуть она начинает потихонечку приходить в себя. Конечно, еще не совсем, но есть смысл. Здесь вот потихонечку лист начинает уже открываться. Но я думаю, что он так и останется. И сейчас еще ее промою еще раз лимонной водичкой, чтобы были и по корням, и по листьям сегодня будет. Ну вот еще минут 20-30 она у меня постоит. Корешки все напитаются, когда они будут все абсолютно зеленые, я ее тогда вытащу. А так корни, конечно, есть потенциал, но большую часть она, конечно, вот здесь вот засушила. Не знаю, почему от нее отказались. Ну, вот как-то так. И здесь вот вроде бы как бугорочек намечается, но утверждать я не буду. Будем ждать. Конечно, для меня корни, чтобы она уже как-то ожила.
Вот, так что реанимация пока проходит вроде бы как Ну вот, успешно. это Ванда голубая, куплена на 8 марта. Я ее холила и лелеяла. Она сидела у меня в вазе. Ваза была уже маленькая, разбилась, поехала, купила ей другую, и что-то здесь пошло не так. Она начала сбрасывать все корни свои, старые, молодые еще держались, но потом и шея пошла гнить, так как у нее сидела там детка, я заметила, что детка отвалилась. И на данный момент мы вообще я ее обрезала полностью напрочь, до живого, эту шею, и вот так вот мы сейчас сидим. Но у нас уже начинается, если вы видите, три корешка уже есть. Вот здесь вот один, и вот не буду я ее дергать, мотылять, да, но вот поверьте мне, что вот здесь вот еще два корешочка есть. А тургор мы не потеряли, но немножечко сморщились, чуть-чуть совсем. Использую я вот такую вот гальку для огородов, для сада. Это подсыпается она к деревьям. Влажность есть. Внизу у меня там мох, кора. И я ее опрыскиваю. Просто опрыскиваю по краю. Не стараюсь не попадать именно на ствол Ванды. И плюс еще обтираю ей листочки водичкой. То вода с лимоном у меня идет. Также вот такая вот красота. Ну, вот уже тоже пошла уже на ура. То есть, главное следить за тем, что происходит с вашими растюхами. Это вот тоже пришла ко мне с довольно-таки хорошими корнями. Очень даже ничего. Но у нее здесь ствол, два листочка, когда они выходили отсюда, такие были, знаете, мокрые и спревшие. Я их удаляла, потом в итоге я засыпала сюда фитоспорин просто и обрезала. Также начали сбрасывать корни, и ствол начал опять же таки чернеть. Долго я за ней наблюдала, в итоге я взяла, обрезала ее тоже до живого. Могу немножечко даже показать. Ну, у нас здесь пробуждается также. Вот, видите, обрезала я ее до живого. Здесь у меня обработала здесь ей перекисью водорода и поставила на уголь просто. Также здесь вот эта мраморная крошка. Вот этот стволик у меня почему-то он немножечко здесь вот нел. Но здесь есть почки, которые вот видите, здесь почка есть, вот здесь вот набухает. Я надеюсь на то, что с нами все будет в порядке. Здесь вот почечка есть и пойдут корешки. В принципе, листьев мы 4 штуки потеряли, 2 с этой стороны, 2 с этой стороны. Я ободрала, потому что ну, они просто чернили. Сейчас здесь все до зеленого. То есть посмотрим, как она будет дальше себя вести. Не хотелось бы мне ее потерять. Это также голубая Ванда с Риханстилисом. Будем наблюдать, и дальше я вам буду показывать и рассказывать, что же у нас происходит с моими Вандами. И вот у меня дела, и вот такие вот у меня реанимашки. Так что не думайте, что у меня все в порядке всегда. Нет, у меня тоже бывают какие-то ошибки, которые надо исправлять. Ну, всем здоровья, удачи и пока!